Приветствую всех снова на канале Ландшафт. Сегодня выбрались сегодня в лес. Долго у нас поездка заняла время. Сломалась машина. Минус 4 часа сразу из графика. Вот, но мы все-таки доехали. Вот, что-то должны были пару комрадов подъехать, но не доехали. Вот. Сейчас у нас дождь начинается со снегом вроде. Сегодня ветрено, холодно, но мы будем согреваться. Вот мы на Карельском перешейке сегодня. На финских позициях тут походим, посмотрим. Сейчас соберемся и покопаем что-нибудь, походим. Надо согреваться. Вот. Там, глядишь, что-нибудь интересненькое найдем. В общем, покажем, да. Так, ну мы тут начали уже закапываться. Пока у нас ничего такого интересного особо не было. Но тут вот у меня в яме что-то показалось. Что это такое? Ну-ка. Ложечка это. Опа. Скажи. Ложечка. Интересная. Обломанная. Что-то ее обломали. А, о, это вот эта ложка армейская. Столовая ложка армейская. Здесь у меня тут что-то там. Что-то типа Министерства обороны было написано. Не помню, это по-фински. Почему-то обломано. Вот. Ну, кушать можно. В принципе. Да. Как раз сегодня будет супчик. Функции сохранены. Вот, нержавеечка. Как раз для котелка, видишь, специально. Удобно было. Да, да. Вот. И тут еще. Оп. Туко. Нож финский. Афиночка, но. Для нее уставшая. Вот такие дела. Ты хотел? Получай. Копаем новые ямки. Вот моя тут пока особо ничего интересного. А вот соседняя же у нас тут. Вот там вот ковра троится. Пробка пивная, фарфоровая, пивоварник. Панимо. Такая вот. С резиночкой. О, батареечка Пердрикс. Немецкая. Как всегда. Вот. Пару бутылок водочных финских. Одна наша. Это был крем для рук Даймон. Финский. Да. Не выжил. Так, ну. Как ты думаешь, она выживет до Нового года? Конечно. Ну все тогда, я поддержу. С корнями все в банку посажу. Да. Ну давайте, братик, с Новым годом. Давай, доставай. У нас там на дне во второй яме жетончик показался финский. Вроде как, пока. Вроде как, да. Вроде как он. Да что, вроде как он и есть. Сейчас мы посмотрим, что у нас, самоделка или уставной. Самоделка. Самоделка, да. Похоже. Опять самоделка. Что ж такое-то, а? Ну, все равно, классно. Надо. Ох, он его тут пытался по-всякому набивать. Так и не доделал.
Но самоделки, конечно, интереснее. Ну да. Вот живые вещи такие. Финский жетончик. Косточка. Так называемая. Косточка одна валяется. А это самоделка. Ну, это нам. Уважаемые друзья, у нас поздравительная минутка. Да, с Новым годом всех, я так понимаю, да, уже? Всех с наступившим Новым годом. 18-м. 18-м поздравляем. Дядя Леша сейчас пожелает вам. Да, а что пожелать? Удачи, удачи в нашем деле нелегком. Хлопушку прикурим? Хлопушку? Вот дядя Леша желает удачи. Здоровья, сил, да, побольше всем. Как положено. Посылаем лучи добра. В этот прекрасный... Дождь, да. Зимний. Желаем всем здоровья. И чтобы... И, да пребудет с вами хорошее настроение. Да? Это да, это главное сейчас. Хорошее настроение. Да. Так что всех, всех. С Новым годом. С Новым годом, да. Еще разочек. Бахнем. Yes! С Новым годом! А сюрприз там был? Да, он улетел. Раньше маски были. Он улетел, финский блин. А как свети? Знаешь, сколько их тут много? Где? Вон там что-то. Экономят на все. С Новым годом, ребята. Кто-то врезал, в детском саде сидите, что ли? Конечно, ложки будут. За ваше здоровье манерочку опрокину, пожалуйста. Опрокину. А ты? Я бокал. Вот, бокал. Давай. С наступившим. С наступившим. Друг мой ямку свою докопал. В принципе... Ничего такого там не было. Что-то тут это прочистка на винтовочке. Да. Пуговка финская. Что-то плохо видно. Вот. И вон попалась коробочка. Наверное, из-под конфет. Вон батарейка. Очередная Пиртрикс. Да. Оп. А у друга еще попалась такая штука какая-то непонятная. Цинковая. Какие-то вензеля. А, крышка. Бакелитовая какая-то сложная. Вот из интересного, кстати. Вот. Бутылка алка. Попалась, но с родной этикеткой, в общем-то, практически целая. Вот. Пожалуй, возьму с собой. Не думал, что с собой бутылку алка сегодня повезу. Ну, так вот. Возьмем. Вот. Моя ямка. Вот. На метр я зарылся, еще полметра где-то вниз. Докопал я яму, она такая огромная, метра полтора глубиной, наверное, даже чуть побольше. Вот, особо там не понавалено было, но кое-что мы нашли. О, сначала обзор батареек. Пиртрикс, немецкая батарейка. Датская батарейка Хелисенс, такая вот. Тигром. Дальше. Финская Иматра. Батарейка. И еще одна финская батарейка Айрам. Ну, там еще одна батарейка Хелисенс. Также была найдена фарфоровая пробочка. Лахте. Такая.
О, симпатичная баночка. Это крем был, мазь. Там вот такая какая-то баночка алюминиевая. Непонятная, но сохран что-то у меня не очень. Такая вот симпатичная бутылка. Коричневая. С надписью. Это у нас тут какой-то Шатолаин. Вот так вот с двух боков. Там вот такая вот большая бутылка. Это я не знаю, из-под чего. Вот у нее тут такая эмблема из трех бутылок. Кетчуп Yellowstyle. Вот тут вот. Так, бутылка Алка, естественно. И вот еще одна попалась бутылочка. 0,3 литра. Маленькая. Такие не попадались пока ранее. Она вроде как пустая, но на самом деле вот есть по низу надписи написано Мария и снизу написано здесь вот еще Парола. Парола — это населенный пункт финский, насколько я помню, где находится небезызвестный военный музей финский. Вот. Вот такая вот картинка нарисовалась у нас. В принципе, интересно. Вон, даже пестренько так вышло. Тут еще был шомпол какой-то непонятный. Ну, гнилой. Вот. По военщине как-то так не особо здесь. Пара патронов. Вот в основном всякое. Всякие вещи бытовые. Сейчас пойдем еще кое-куда покопаем. Вот еще две ямы тут забурились. Сейчас копаем. Вот тут такая здоровая яма. Вон там рядом еще одна такая же. Пока не густо. У нас тут 4 бутылки. Алко. Вот такая вот пластиковая какая-то штучка, на которой нацарапано 32. Такой бутылечек маленький. Вот такой вот. Как с медицинкой. Не попадался доселе. И вот такая баночка еще. С бутылитовой крышкой. Без надписей. Вот. Ну и всякое барахло. Мусор. Какая-то ручка модная от чего-то. Хромированные. Вот. Ну посмотрим еще. У нас тут темнота, но есть свет различный. Так что справимся. Ну, я свою яму докопал. Вот тут пятачок докапываем. Вот, значит, наша мелочь тут. Кувалда очередная в этом году. Прям какая-то писк-дрыск на кувалды. Писк моды. Вот, что тут у нас еще? Такая бутылка медика большая под пробочку.
накопалось. Ну как? Все. Так. Батарейка Даймон немецкая. С азбукой Морзе. На обратной стороне. Оп, мое село. Это похоже на номер автомобильный. Армейский. Так, и что? Диск пулемета Дегтярева. Такой вот старенький, уставший. Угу. Ну и бутылки обычные в количестве. Вот такие вот дела. Пока что. Ну вот, собственно, на сегодня мы и закончили. В принципе, больше ничего не копали. Я вот попробовал тут одну ямку копнуть, но она пустая, казалось. Вот. Все уже устали. Хочется кушать, так что мы, наверное, сейчас будем собираться потихонечку. Поужинаем. Вот, переоденемся и потихонечку покатим назад. Вот. Надеюсь, всем было интересно. Сегодня, в принципе, находки были интересные. Были-были. Вот. Так что увидимся в следующий раз. Подписывайтесь на канал. Это был Лунный Ландшафт. Пишите что-нибудь в комментариях. Поговорим.